Сразу после окончания контрольного матча против сборной Мексики на наши вопросы согласился ответить защитник сборной России Дмитрий Бушуев. К сожалению, мы проиграли со счетом 0-3. Прокомментируй немножко ход поединка. Проиграли, да, но я думаю, ничего страшного в этом нет. Это товарищеская игра. Наигрывались новые связи, новые ребята у нас в команде, я думаю, вы все знаете. Надо сыграться потихоньку. Помните тот чемпионат Евро, который был в Турции? Мы тоже проиграли первую игру. Но мы не играли товарищеские игры тогда. Сейчас хорошо, что мы сыграли, чуть-чуть почувствовали этот уровень. Мексиканцы очень хорошая команда. Ничего страшного в этом нет, что мы проиграли. А какова была тренерская установка на этот поединок? Почувствуйте игру, комбинации новые, новые игроки. Все, как бы выиграть кровь из носа, у меня такой установки не было. Чуть-чуть продышаться, все нормально. Сборная Мексики считается одним из фаворитов этого чемпионата мира. Действительно это так? Неплохие, да, подвижные ребята, мне понравились. Хорошая команда, достойная очень сильно.